Тебе нравится, когда прожевывай хорошо. Ой, вроде вкусная. Че за хрень? Алло. Алло, что это такое? Алло. Хочешь ржать до отключки? Заходи на канал Глюка, куча смешных роликов по Happy Wheels, GTA 5 и Kerbal Space Program, от скульной игры и немного веселого неадеквата. Тю-тю! Игорь, смотри, какая у меня игрушка есть. Ребята, новость века. Ну? Да что такое, что тебе надо? Забыла. Нет, я не забыла, короче, я пришла из дома, а мне мама дала в детский садик 3 книжки, прикиньте, сказки. И шо? Я, вот хотите я вам сказки почитаю? Вот вы же любите сказки? Говно твои сказки, я не люблю сказки. А нет, ты, Лёдечка? Ну, не, ну можно, я бы послушал, да, Игорёк, можно. Я люблю больше мультики, вот давайте так, вот сейчас будем решать, как зрители решат. Значит, это кто не любит сказки, а любит мультики, ставит лайк, вот. А кто также любит и мультики, и сказки, ставьте большие пальцы вверх. Да, большие пальцы вверх, нафиг эти лайки, лучше большие пальцы вверх. Да. Ребята, а давайте я почитаю, да вы тоже тут играете уже весь день, давайте только на солнце. Ну пошли. Я смою фламинго, я буду... Пойдём. Пошли, Игорёк. Ну пойдём, хорошо. Так, проходим. Значит, идём мы... А где у нас тут солнце, я забыла? Вот здесь где-то. А, вот здесь? Вот здесь, да, вот здесь, я говорю, нет. Вот ложитесь. Так, я тут. Ну что, с какой сказки начнем? Ой, ну давай там, где жили-были есть. Давай. В далеком государстве, в далеком царстве жили-были. Ну что, поехали, Рапунцель, позовем погулять. Давай, да. Сейчас я крикну, сейчас. Да. Эй! Не получается, все. Ходи, Ёма! Не так нужно ее звать. Она же при... Подожди, надо заманить. Выходи у нас в Пивандре по району, покатаемся на моем масле. Какой Пивандре? Она же приличная девушка. Рапунцель, спаси, пожалуйста, свои волосы длинные. Что, мой принц? Тебе нужны мои волосы? Да, спускай. Но моя мама меня не отпустит. Да как... шевелись быстрее давай. Меня не отпустят. Отпустят, мы отпросим тебя, Рапунцель, давай. Скажи, с пацанами на осле покататься. А что я маме-то скажу? С пацанами на осле покататься. Во. Ну какой на осле, она меня отпустит. Скажи, у меня белый конь есть, точно отпустит. Еще замуж выдаст даже. Белый конь, тут вот... Заниженный. Давай, заниженный белый конь, давай. Спускайся. Ну, спускай. Волосы свои, чтобы мы забрались волосы к тебе, да. Спускаю свои волосы! Так, Ярик, мне кажется, нужно ее спасти. За ней! А, здесь портал! Да! Три! Вперед, волшебник! Мы сейчас будем осуществлять мечту девочки. Золушка! Как поживаешь? Да я тут таракана придавила, он расплескался тут на всю стену. Вот мальчик сказал убирать. Все на бал. На бал все уехали, а я кровь тут отмываю. Привет! Ну вот поэтому мы с феей пришли. Я еще, конечно, не волшебник, а только учусь, но... Фея! Будем вытаскивать ее с этой ситуации. Я всемогущая, вообще всемогущая. Умею все, что хочу делать, короче. Привет, меня зовут Фея Виолетта. Вот, и сегодня я тебя научу, как стать настоящей леди. Понятно? Но я еще таракана не отмыла, да. Смотри, он все в крови. Плюнь ты до этого таракана. Пошли на бал, выходи на улицу. Секундочку. Так, все, можно идти. Пошли. Пойдем, это не женское дело, таракан, да? Поехали. А двери закроют, и матушка наругается. Да не наругается. Так, Золушка, в первую очередь, на тебе транспорт, Беху. Только аккуратнее, 12 часов ночи она в Жигули превратится. Садись. Прикольно, спасибо. Вот. Но, это еще не все. Держи корону, чтобы была самая модная на тусе. Но мне батюшка не разрешает носить корону. Да, фу ты! Сыш, алло! Че ты сыш? Фу ты на эту матушку. Так, смотри. И самое главное, держи вот это, спрячь. Это на всякий случай там. Если быковать начнут, да. Если матушка быковать начнет. Ну, в принципе, держи для храбрости. Вот такое дело я люблю. Да. Ну. Все, приехали. Поехали, садись. А моя одежда некрасивая.
Какая красивая... Ай, нет, голая! Топлес! Во, какая красавица! Чё ты скрывала свои прелести? Давай, садись. Так, сажусь, сажусь. Поехали, поехали. Поехали, побежал, поехали. Поехали! Полетела! А чё она такая быстрая, вообще классно? Я тут портал, короче, надо просто в портал зайти. Поехали, раз, два, три, ха-ха-ха! Ой, гномики мои любимые, как ты поживаешь, Игорёша? Мне плохо, радикулит мучает, понимаешь? Ножки короткие, бегать сложно. Ой, смотри, кто за тебя? Привет, милок, привет, тебе тоже, милок. Ты кто? Я гуляла тут по лесу и нашла яблочко. Не хотите попробовать яблочко? Ну не знаю. Оно вкусное? Не будем покупать пылесосы нового поколения, уходи отсюда. Оно очень вкусное и полезное. Не знаю. Ты какая-то странная женщина. Как ты меня нашла вообще? Ну ты же Белоснежка, тебя все знают. А это бесплатно? А, это да. Это бесплатно. Душа, бери яблочко, давай. Кушай. Тебе понравится, когда прожевывай хорошо. Ой, вроде вкусное. Алло, что это такое? Алло, блеха-муха, опять она сдохла, ну сколько можно? Уже второй раз засыпает. Так, я сейчас ее разбужу, пока этих принцев дождешься. Проснись! Ой, волшебный твой поцелуй, гномик, меня разбудил! Ведьма, смотри, ведьма, давай ее ловить! Мои яблочки! Кушайте мои яблочки! Иди спать! Яблочки, кушайте яблочки! Она отравила меня, ведьма проклятая! Яблоко! Давай за ней! Ой, ребята, что это там такое снилось? Нифига, вам тоже это снилось? Да! Офигеть! Бегал за какой-то... бабкой в чёрном. Это я была бабка. Это ты меня поцеловал? Тьфу, нафиг. Ну ладно, но все же сказка мне понравилась. Честно, сказки это крутая штука. Вы согласны? Да, согласна. Наркоманская тема вообще на самом деле. Не, но все же, если вам сказки понравилось, то ставьте лайк, потому что сказки это круто, да? Да, и не забывайте в комментариях, какие вы сказки любите. Мы обязательно прочитаем и, может быть, тоже попадем в эту сказку. Поэтому, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока.